как в рамках проекта «Точка роста» преобразится обычный школьный холл. Во-первых, здесь появится шахматная гостиная. Во-вторых, медиазона с проектором и интерактивной доской. А еще здесь появится зона коворкинга со специальной модульной мебелью, где дети смогут заниматься исследовательскими проектами. Поселок Уралец станет передовым центром образования сельских школьников. Центр «Точка роста» займет холл третьего этажа и кабинет информатики. Для этого их ремонтируют и оформляют в едином стиле. В кабинете детей будут готовить по информатике, ОБЖ и технологии. К осени сюда привезут интерактивные комплексы и тренажеры, современную компьютерную технику, 4 квадрокоптера и другое оборудование. В центре «Точка роста» будут работать 5 педагогов. Для этого в мае они прошли курсы повышения квалификации на специальном сайте. Люди учились без отрыва от производства. Я сама смотрела, очень интересные были курсы. Сейчас, 22 июля, поедут люди на очное обучение, учиться работать вот на этом современном оборудовании в Екатеринбург. В школе в поселке Уралец учатся более 100 детей. Кроме них, образовательный центр смогут посещать школьники из соседних населенных пунктов. Создание центра «Точка роста» входит в реализацию национального проекта образования. Александр Мешков, Михаил Крюков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ.